По театральной площади Краснодара маршировали сегодня солисты духовых оркестров и ансамблей. На парад собрались около 300 музыкантов-любителей со всего края. С шествия начался гала-концерт фестиваля народного творчества «Во славу Кубани на благо России». Этот конкурс проходит в нашем городе уже третий год подряд. На этот раз его посвятили 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Отборочные туры проходили в районах полгода. Сегодня перед горожанами выступили лучшие самодеятельные ансамбли Кубани. После парада музыканты выстроились перед театром драмы, чтобы сыграть самые известные мелодии военных лет. Легендарный «Севастополь», «В лесу при фронтовом» и, конечно же, «День Победы». Всего прозвучало 7 композиций. Дирижировал сводным оркестром заслуженный артист России Юрий Донченко.